Привет, это что теперь? Тебе никто не звонил? Его. Слушай, отстань, почему бы нам просто не шлепнуть гада? Нужно было бежать, пока у тебя был шанс. Привет, этот видосик посвящен второму автомату в игре «Крестный отец 2». Находится он в доме Гранадос. Он меня даже не заметит, босс. Ты его сможешь заполучить только тогда, когда ты захватишь полностью все бизнесы клана Гранадос. И сейчас мы отправляемся прямиком за ним. Нет, здесь они стволы не достанут. Здорово, мужики. Продолжай грабить старушек. Да. Бежим. Вскрой замок! Отойди от сейфа! Здорово, чувак. Учти меня, гад! Дай-ка я ему врежу. Что? Ну все! Слышал это? Прямо в цель! Как тебе? Давай, осторожно, принцесса, колись! Он меня ранил! Еще! До колена! Сейчас получишь! Я ранен! Поймал свинец? Мы тебя вытащим отсюда. Его подстрелили! Он меня даже и не... Берегись, у них тут снайпер. В общем, ладно, идем дальше. И вот он лежит, прямо здесь на столе. МП-38. Вот так вот легко и непринужденно можно заполучить этот автомат. Ну, конечно, придется помучиться немножко с захватом всех бизнесов, но... Зато будет автомат. Надеюсь, тебе помог на этот видосик найти этот автомат. Поэтому не забудь подписаться, поставить лайк, оставить свой комментарий, нажать на колокольчик, выбрать все уведомления. Ну и до новых встреч в следующих видосиках. Пока-пока.